Среди недели были сыграны пропущенные матчи в английской премьер-лиге, доигрывали 28-й, а также 34-й тур, после чего клубы перед заключительным туром сравнялись по количеству сыгранных поединков. Кому интересны результаты этих матчей, подсказка на этот ролик будет вверху экрана. А в последнем туре Арсенал встречался с Эвертоном и победил 3-1, причем канониры играли в меньшинстве с 14-й минуты. Вновь забил в этом матче Санчес и принес своему клубу уже 5-ю в подряд победу, но про Арсенал поговорим чуть позже. Юнайтед на 19-й минуте уже вел со счетом 2-0 в матче с Кристал Пэлас. Так матч и закончился. Последний раз Манчестер побеждал в чемпионате Англии месяц назад Бернли. Манчестер Сити не стал откладывать в долгий ящик и уже после первого тайма побеждал 4-0. Ну, в итоге легко разобрался с Уотфордом 5-0. Дубль в матче сделал Агуэра. Чемпион Англии Челси также отгрузил 5 мячей. Пострадавший Сандерленд смог ответить лишь один раз. Бачуай в этом поединке, сделавший дубль, внимание, забил на 90-й и на 92-й минуте. 6-я в подряд победа Челси в чемпионате. Ливерпуль мог занять 3-е место и получить бронзу, но для этого нужно было победить Миддлсбро, а Манчестер Сити должен был проиграть. С первым ливерпульцы справились, обыграв аутсайдера Миддлсбро 3-0. В первом круге также была победа Ливерпуля 3-0. Клуб финишировал на 4-м месте, а Миддлсбро будет играть в чемпионшипе. Еще один мега-голевой матч нас ждал между Халл-Сити и Тоттенхэмом. 1-7 шпоры разгромили аутсайдера. Кейн, который забил в прошлом туре 4 мяча, сделал хет-трик и в этом матче. Несложно догадаться, кто стал лучшим бомбардиром. Лестер, Борнмут забили совсем немного, ничья 1-1. Борнмут открыл счет уже на первой минуте и довел свою беспроигрышную серию до 5 матчей. Вест Хэм на выезде держал волевую победу над Бернли 1-2. За последние 5 очных встреч Вест Хэм побеждал 5 раз. Суонси также вырвала победу с таким же счетом 2-1 у Вест-Бромвича. Между прочим, Суонси не знает поражений уже в 5 турах. 4 победы было и 1 ничья у команды из Уэльса. Саутгемптон второй тур к ряду теряет очки, на этот раз проиграв на своем поле 0-1 Сток-Сити. Ну, этот матч ничего не решал в турнирном плане. Итак, турнирная таблица. Чемпион был известен заранее, это Челси. Тоттенхэм финишировал вторым, Манчестер-Сити третьим, Ливерпуль четвертый. Вся эта четверка будет представлять Англию в Лиге чемпионов. С Лигой Европы ситуация прояснится после того, как в финале сыграют Манчестер Юнайтед и Аякс. В случае победы Манчестера у Англии, возможно, будет дополнительное место в Лиге чемпионов. Подобная ситуация уже была с Ливерпулем. Ну а пока Арсенал 5, Манчестер Юнайтед 6, Эвертон 7. Таким образом, Арсенал впервые с сезона 1997-98 года не попал в Лигу чемпионов. Напомню, клубу еще предстоит игра в финале Кубка Англии. Рекомендую посмотреть ролик под названием «Усманов сделал предложение Арсеналу». Ну, а покидают Премьер-лигу Халл-Сити, Миддлсбро и Сандерленд. Из чемпионшипа Ньюкасл и Брайтон попадают напрямую в высший дивизион, а за третье место клубы поборются в плей-офф. В финал вышел уже Рединг и Хаддерсфилд. Лучший бомбардир, как и год назад, тоттенхэмец Гарри Кейн. У него 29 забитых мячей в 27 сыгранных матчах. Рекомендую посмотреть ролик под названием «Тест на знание Роналду». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.